Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Мертвый остров. В предыдущей серии к нам присоединился Станиславчик и помог нам выполнить задание в полицейском участке. А в этой серии мы будем выполнять никогда не поздно. Пригоните к спасательной башне бронированный грузовик с провизией, лекарствами и оружием. Понятно. Так, хорошо, погнали. Там, конечно, еще куча сайд-квестов, но что-то меня они парят. Мне, честно говоря, настолько лень их выполнять, настолько они рутинные. Так, что, все, садимся в машину, что ли, или как? Я все правильно понимаю? Видимо, да. Видимо, да. О, что-то шея болит сегодня. Ой, ездил на машине весь день. Крутил по сторонам башкой. Да ладно, что там менять? А, тихо! Вашу мать, куда ты выпрыгишь? Так, у нас Станиславчик за рулем, я так понимаю. Тогда я поеду сзади. Или где он? А, он еще не прогрузился, понятно. Ну ладно, подождем. Пусть везет нас куда там надо. Нам нужно... Хер поймешь, куда нам нужно, честно говоря. А, вот. Нам нужно в этот... Станцию медпомощи, короче, на берегу. Веди нас, имщик. Ни разу не ездил на заднем сиденье. Это, оказывается, довольно прикольно. Конечно, в этой машине ни хера не видно, потому что все окна заколочены. Надеюсь, у Станиславчика водительские навыки как минимум получше, чем у меня, потому что я вожу, как вы знаете, ужасно. Так, ну и нормально. Едем. Еще 400 метров ехать. Кого-то он там давит. Пассажиром быть, оказывается, прикольно. Ну, вроде не лажает. Вроде, вроде ведет нормально. Только куда-то не туда поехал, по-моему. Туда ли ты поехал, Станиславчик? Что-то меня... А, нет, все нормально вроде бы. Просто он выбрал какой-то странный путь. Нам нужно на начальную локацию, если ты не понял, где находится Сеномой и все остальные. Ну ладно. Я надеюсь, он нас привезет. Он просто нас везет какими-то левыми путями. А тут, по-моему, насколько я вижу, мы в первый раз проапгрейдили нашу машину. Хотя могу ошибаться, потому что, повторю, не видно ни хера. Да-да-да, это то самое место. Так. Где мы едем? А, ну понятно. Блин, он куда-то вообще не туда едет. По-моему, я был неправ, когда я сказал, что ты лучше меня едешь. Ты просто едешь, как пьяный водитель. Хуже, чем ты, оказывается, водителей поискать. Так, ну ладно, он нас все равно привезет. Это человек такой, сказал, сделает. Как давно я уже не был на этих местах, по-моему, серии 5-6 точно. Оп, что это было? Так, ну ладно, вроде приехали. И вроде даже в целости и сохранности. Так, все, наконец. Кстати, прикольно сделано, что анимация выхода из транспорта всех есть. Мне дали какое-то новое достижение. Так, Сеномой, что тебе надо? Что тебе надо, Сеномой? Some were saying we should eat the dead. We knew that. How are we any different from those things out there? Well, you brought us a couple of more weeks of hope. Просто Станиславчик это предлагал мне поменять оружие. Дело в том, что если я сейчас возьму какое-нибудь из твоих перекачанных оружий, и меня народ потом заклюет в комментах. Они не любят, когда я
получаются такие читерские вещи, уже неоднократно проверены. Так, доберитесь до крыши отеля, сложность средняя. До крыши, да вы охерели, что ли? Я ненавижу отель. Так, ладно. Станиславчик понял, похоже, что водитель из него не такой уж и хороший. Так, нам нужно в отеле добраться до крыши. Я не представляю, откуда там заходить. Надеюсь, знает Станиславчик, потому что, судя по уровню, он там как минимум уже бывал. Так. Ладно. Развернемся. Дадим небольшого кругаля. Конечно, по идее, можно было бы пешком пройти тут довольно-таки близко. Но какого хера у нас есть такой крутой грузовик, а мы будем пешком шпиндалять. Так что погнали. Наших городских. Так, подсказки можно смотреть. Да нахер ваши подсказки, карту мне открыть. Не, надо было, наверное, Станиславчика лучше ехать за рулем. Так. Прикольный у чувака ник наркоман, что ли. Так, ладно. Кстати говоря, как ни странно, поляки довольно нехило прокачали физику управления авто. И, скажем... вашу мать! Да что ж такое? Скажем, грузовик и пикап сильно отличаются по ощущениям от езды. Тут прям чувствуешь под собой многотонную махину такую. Это хорошо. Только вот я размазал. Так, ладно, мы, я считаю, что приехали. Вроде как приехали. Давайте осваиваться на местах. Что у нас тут где? Я думаю, выходим. Ой. Ой, там взрывной. Осторожно. Со взрывным можно нарваться. Так, и куда мне тут... А, вот, понятно. Рядом с нами еще один взрывник, так что надо быть осторожным. Что у тебя есть? 50 баксов. Ох, мне бы найти 50 баксов. Ладно, заходим. А, мы уже на крыше, что ли? Я думал, это будет сложнее. 104.8, respond. This is the hotel. Maybe we should try again in an hour. An hour? 104.8, are you there? Can you hear us? This is 104.9. Yeah, yeah. Alright. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it. Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? А, так вот где этот хер прячется. Ну, я как так и думал. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. Where do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore, in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know?
She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming at what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers inland to Mingindi and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. It will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Такая злобная негрива. It's us against them and... We'll be in touch. Так, короче говоря, как ни странно, по отелю практически не пришлось бегать. Так, где у нас Станиславчик? И нам нужно отправляться отсюда. А где наш... А где наш грузовик? Я не знаю, куда... куда грузовик дели, мать вашу? Ты видел наш грузовик? Мы что, сейчас пешком пойдем, что ли? Уехал. Ну, блин, ну тут хоть машина где-нибудь поблизости есть, интересно, нет? Тогда, пожалуй, мы с тобой пойдем через... Так, куда нам вообще надо? Нам все равно надо на медицинскую станцию, так что мы, пожалуй, пойдем через бунгало. В принципе, я думаю, будет весело. Потому что, честно говоря, джипов я не вижу. А через бунгало будет веселее. Пошел нахер отсюда. Так, тут у нас... Добрый день. Пошел... А, иди нахер, сука. Так, бежим. Побежали. Что-то у меня персонаж быстро... Какой ты кровожадный, тебе всех убить надо. Где-то рядом я слышу взрывного зомби. Ну и хер с ним, по идее. Ты посмотри, а. Я не знал, что ты маньяк такой. Так, взрывник, валим от него по-быстрому. Да. Ату его, ату. Ты посмотри. Так, ладно. Вот отсюда, я думаю, мы и пройдем. Ох ты, вашу мать! Чуть не взорвал меня. Так, ты где там? В принципе, я помню это место. Здесь я был, когда искал того паренька, который по радио просился, чтобы его спасли. Паренька я так не нашел, но получил полную жопу пиндалей. Здравствуйте! Так, а вот мы, собственно, уже и практически пришли. Ну, я подозреваю, что Станиславчик не оставит никого живых, поэтому даже особо не трогаю. Так, ладно. Паркур, мать вашу! Конечно, не особо удачно. Так, видимо, опять намоем, и через какие-то бункеры нам нужно пробраться то ли в джунгли, то ли еще куда, я не совсем понял, но явно что-то в этом духе. Так, починим наше оружие. Мачете было разрушительное, я могу его использовать, так что надо его поставить на какой-нибудь быстрый слот. Ой, так, секунду. Так, так, мачете было. Поставим его, пожалуй, вместо вот этого пистолета. Потому что нахер он мне нужен. Я сомневаюсь, что я могу сейчас что-то собрать, потому что я, как обычно, насрательски отношусь к крафтингу. Да и насрать. Тем не менее, нам нужно... Блин, куда нам нужно? К тебе, что ли? I see you can handle yourself, but if you're heading for the jungle, then the fastest way is through the tunnel. Самое опасное животное там. You want to get into those old war bunkers? You're gonna need something to blow through those armored doors. Maybe I can put something together with that Semtex you salvaged from that helicopter crash. I wonder why the hell they were flying around with that shit in the first place. Let me get to work putting together a fuse. Come back in a bit, and I'll have some. Понятно. Так, ну и чё? Возьмите у Майка бомбу. Хорошо. Так, а чё у нас там пока станет? Всё понятно. Мне показалось, что там ещё какой-то квест. Но это не так. Так, ладно. У нас задание «Дом, милый дом», поговорить с Джин. Опять эта тёлочка.
Вот она стоит, нас ждет. My mother said she used to play inside them before they were sealed. If we can get one of them open. Ну поехали, какой у нас есть выбор. Доберитесь до туннеля через старые бункеры. Понятно. I can lead the way. Опять ты лезешь в этот броневичок. Пожалуй, в этот раз поведу я. Так, все, кажется, сел. Погнали. Ехать не особо далеко вроде. Сюда, что ли? Хер поймешь. Ладно, куда-нибудь приедем. Так, едем. В далекие края. Сейчас будет поворот, который я никогда не вписывался нормально. Вот он. Особенно на этой бандуре. Но в этот раз, слава богу, вписались, потому что я был готов. Ну да ладно. Тихо-тихо, это, возможно, тот самый бункер, который я случайно тогда... добрый день. Ой, блядь, вашу мать. Который я случайно тогда нашел. Возможно, мы туда и направляемся. Хотя, кто знает. Разберемся. Так, через туннель. Сейчас опять проедем мимо отеля. Добрый день. А, вот, видимо, сюда, понятно. Ой, тихо. Маленько назад. Еще чуть-чуть. Так, все, выходим, да? Не-не. Так. Или нет? А, вот она все побежала. Куда побежал? Да подожди, ну. Someone must have been hiding in that bunker and attracted their attention. I don't like this, but you do what you need to. Защитите Джин. О, ненавижу такого рода задания. Ненавижу никого защищать. Но вдвоем, я думаю, это будет не очень сложно. Тем более у нас есть мачете. Так. Тащи свою же... О, вот. Станиславчик на страже. Вон они бегут. Они его увидели, боятся подходить, похоже, да? Ой, ну ладно. Давай, Джин, постоим, посмотрим, как кровь работает. Я не сыкло, мне просто надо отдохнуть маленько от этих уродов. Да, беги быстрее, овца. Давай, погнали. Последний раз, когда я кого-то защищал, он сгорел от коктейля Молотова. Поэтому лучше я доверю это другим. Но что ж ты так медленно ходишь-то, мать твою? Да, они натурально уж ругаются, похоже. А где она? А, вон выпал. Интересно, а здесь есть Friendly Fire, нет? Хер поймешь. Ну, вроде нет. Так, ладно, и куда это мы пришли? Природа, конечно... Не сказать на этом движке, что хорошо выглядит. Ну, в принципе, пойдет нормально. Больше нравится мне, как выглядит закрытое помещение. Так. Уже интересней. Да что ж такое? Серёнки. Так, что-то у меня уже не тащит, честно говоря, это дубина. Кто идет? Чё ж ты гонишь? Так, а вот и бункер, походу, да?
У Станиславчика есть приспособа на все случаи жизни, я посмотрю. Нормально так зачистил. Там у нас был амбал. Ну и ладно. Был и был. Ты посмотри, тут высота какая. Тут можно и убиться. Так, ну чё? Хорошо, отойдите на безопасное расстояние. Ладно. Отошли. Или еще безопаснее. Да вроде же не атомную бомбу прикрепили. Какого хера? Может, на другой конец карты уйти? Эй, куда она пошла? Если она сейчас... Скотина! Ой, как глупо со стороны смотрится прыжок. Вернее, удар в прыжке. А, ну наконец. Кто-то еще добавился в список друзей. У меня там друзей уже, по-моему, пару сотен. Ну, это хорошо, всегда есть с кем поиграть. Так, ну что? Эу, Джин. Так, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Опять, наверное, в эту дырку. Так, починиться нам, пожалуй, не помешает. Ну чё? Чё делать? А, всё понятно. Отправляться в джунгли. Хорошо. Акт третий. Только третий акт ещё, мать вашу. Открыто достижение. Енотам сюда нельзя. Ну ладно. Зато уже 10 глава. Интересно, сколько глав в игре? И очередная катсцена. Мины, какие мины? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife. She's still alive? I gave her some medicine. I don't know what it is. It slows down the process, but not forever. Doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. Понятно. Неужели в игре появился хоть какой-то сюжет? Это удивительно. Пока что единственное, чего этой игре не хватало, это как раз таки сюжета. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jim, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well, I do. Time to step up, Logan. You in the game or warming the bench? Sandy? Так, ну ладно. Как бы там ни было. О, ух ты, какой джип. Мне он нравится. Так, и судя по всему я его веду. Найдите, кого там найти? Найдите Моуэна в деревню реки. Вместе с Джин езжайте в деревню. Хорошо. Давайте же поедем. Блин, опять с этой стороны лезу. Вот этот джип мне уже нравится. Надо сказать. Так, ладно, погнали. Здесь, я считаю, надо быть поосторожнее, потому что пересеченная местность.
Добрый день. Ваша мать. Чуть не убились. Давай, разбивай стекло. Хорошо, блин, тут пропасть, как бы в нее не шваркнуться. Это было бы печально. Это же надо в первую минуту засрать лобовуху. В принципе, похоже, все, мы приехали, да? Ну ладно. Так, и чё, нам туда, в речку, что ли? Да твою мать! Чё-то меня не прёт сегодня на бой. Голову нахер. Голову. Да кто там опять? Да уйди от меня, уйди, балет. Иди, скотина. Вали его на бок. Так, тут кто-то шваркнулся на грузовике, на автобусе. Видимо, водил еще хуже, чем я. Так, у вас есть доступные очки навыков. Нажмите наверх, чтобы распределить их. Давайте этим займемся. Ничего, народ подождет, пока вроде спокойно. Так, урон заточенным оружием плюс 10. А, вот тут хороший перк, надо сказать. Используя заточенное оружие, вы можете провести особую атаку, нажимая правый триггер. Понятно, это круто. Мне давно этого не хватало. Так, ты что тут какаешь, что ли? Хватит сидеть. Да, прыгают они, конечно, зачетно. Ладно, погнали. Пока нашу девочку не убили. Это она сейчас найдет себе полную жопу огурцов. Тут опять кто-то уехал. Хватит кушать. Ладно. Блин, ну тут дорога есть, она через какое-то говнище идет. Ну, что за человека? Все-таки правильно говорят, когда человек свинья по натуре, сразу лезет наружу. Ох, ваша мать. Понял, ладно, ладно, все. Будем. Ой, мама, мама. Твою мать. А, тебя сейчас сзади захерачит. Ой, хорошо, он меня поднимать, оказывается, может. То ли... Да нихера у тебя оружие. То ли... Так, не вставай. Да-да-да. То ли у врагов какой-то усредненный уровень наш с тобой, то ли они реально просто стали сильнее. Ну, как бы там ни было, что-то они меня с ударов 3-4 выносят. Или мне кажется, может. Значит, напарник может поднимать напарника. Хорошо. Так, куда там наш маньячина побежал? Не вставай. Так, что он там делает? Ой, какое мясо кровище. Хорошо, тут оказывается у нас здоровье. Понятно. Так, ладно. Тут у нас кто-то жил. Херовая хата, надо сказать. Давайте уж пока есть такая возможность, кишканем от души. Так, починим наши мачете и пошли дальше. Ты что там, шаверма себе делаешь? Ладно, погнали. Там далеко, интересно, еще переться, нет? А, ну, судя по всему, мы почти пришли, потому что карта уже кончается. Так, ладно. Какой-то бункер заброшенный. Интересно, что у нас там?
Охереть, тут Лиана растет, конечно. What the hell happened here? Is this infection all over the island? Jesus Christ. Ё-моё, тут что, деревня, что ли? Totally by surprise. This is never gonna end, is it? Охренеть. Деревню, похоже, захарчили полностью. Тут у нас выжившие. Отлично. Так, починимся еще, пока есть возможность, будем чиниться. Так, я как к этому... Понятно, давайте послушаем. In here like bloody animals. It's amazing anyone is still alive. Moen ain't here. I take care of business for you. Having the guys on the move since everything got crazy. I can take you to see him, but first you do me a solid, right? Depends on what it is. Так, сейчас секундочку, мне пришла смс-ка. Тихо. А. Понятно. Какой-то еще очень хороший человек перечислил на Киви 100 рублей. Это хорошо. То есть мы приблизились к покупке Rage еще на чуть-чуть. Так что, вот слой, похоже, быть. Так, ладно. Ну что? Go there and get our weapons back, and I'll tell you how to find Moen. Говно вопрос. Достаньте украденные боеприпасы, оружие, внесите их Матуре... Ну, ему, yes. Короче говоря. Bloody fools. Он прям этого напоминает. Как там звали? Этого негра из GTA 4. Джейкоб. Так. Короче, у нас задание. Гоняясь за тенью. Гоняясь за тенью. В принципе, задание, я думаю, хорошее, но куда нам идти? Я думаю, мы успеем это сделать в этой серии. Сейчас только Станиславчик освободится. Но я думаю, пока мы пойдем без него, если что, он догонит. Или он там крафтил что-то опять. Я вот никогда не понимал прикола особого в крафтинге. Не знаю, хотя в этой игре, насколько я сужу по его оружию, чуть у тебя в руке такое... Охереть, ты что собрал опять? Насколько я сужу по оружию Станиславчик, крафтинг, в принципе, прикольная штука. Мне просто лень этим заниматься. Гранаты из баллонов ебашит, окей. Хорошо, это нам пригодится. Где-то через 200 метров. Так, в принципе, конечно, время серии уже подошло к концу. Но я думаю, мы добьем это задание в этой серии. Ничего страшного. Так, Станиславчик опять что-то пишет, похоже. Или просто застрял. Так, и тут у нас... Ну, как я и говорил, херово довольно-таки на них. Что-то как-то не особо окей, эта граната сработала. Ну, в принципе, нормально. Хотя никто и не умер. Так, мы почти пришли, осталось 70 метров. Где-то здесь нам город призраков. Отлично, название внушает. Поднимемся, пожалуй, по этому остову. Остову. Оставу дерево. Добрый день. Ну, вроде нормально. Так, что у нас здесь? Маленько помышим. Отвратительный серп. Блять, какой он отвратительный, этот серп. Хорошо, там у нас толстячок. Пускай его наша имба занимается.
Ну вы видите, да? Несу свой вклад, хотя он уже, похоже, издох. Какая пакость. Ух. Так, ладно. Двигаем дальше. И там где-то я слышу взрывного. Что не может не радовать. И кого-то еще. Твою мать, это что за ктулху? Это что, зомби Халк Хоган, что ли? На кой хер я сюда пошел? Ой, как хорошо, что я не один. Надо загаситься, пускай его мужчины между собой разбираются. Ладно. Это все неправда, конечно. Так. И все, что... Что-то ты какой-то неокейный, надо сказать. Я думал, будет хуже. Но, конечно, будь я один, я бы, наверное, перепорадился. Так, что-то до хера идти, смотрю. Достаньте украденные боеприпасы. Ну ладно, ничего, эта серия маленько задерживается. Принесите Матутера. Два ящика с оружием. Я надеюсь, руки не будут заняты в этот момент. Сейчас посмотрим. Так, ладно. Там кто у нас? Человеки? Или мертвые человеки? Понятно. Здесь у нас недоброжелатели с огнестрелом. Ага, понятно. Пистолетные патроны. А вот понятно, ящик с оружием, его надо таскать. Ну ладно, сейчас мы сначала разберемся с супостатами. Да падай ты, мать твою, за ногу, за руку. Эу. Ты что, не умер еще, что ли? Денги. Денги. Ой. Какого хера? Так, а что, джип-то у нас на ходу? Джип на ходу, это хорошо. Сейчас надо принести второй ящик. Ой, бляха-муха, туда пришел. Наш пухленький дружок. Ну ладно, я пока схожу за ящиком. Так, где... Вашу мать. Где ты меня? Иди сюда! То есть хватает всех. Зомбей. Да, Станиславчик, я не знал, что такой страшный человек. Да, и ящик с оружием ты, видимо, потащишь тоже сам. Ну ладно, я потащу. Ой, ой, там кто-то бежит сзади. Вон он, вон он. Вон там он, сука. Ладно, я пошел, я думаю, ты справишься. Ой, сзади такие страшные крики. Ну все. Это такой мясник, что мне напоминает Блейда. И сами знаете, какого фильма. Так, хорошо. Я, пожалуй, поеду на пассажирском сиденье. Веди. Так, хорошо, мы, наверное, возвращаемся прямо в ту же деревню. Если я все правильно понимаю. Хотя, может быть, и нет. Так, тут кто-то у нас кемпинг устроил. Похоже, что...
Да, на пассажирском сиденье. Ой. А что, у нас типа засада была? Видимо, да. А вот, собственно, и приехали. Понятно. Так, ну что, несем ящики. И думаю, на этом мы будем добивать эту серию. Так, Мату, как тебя там? Матутамба. Тупотумба. Так, где я? Не вижу, куда их ставить. Куда ставить? А, вот сюда ставить. Понятно. Все, хорошо. Матутера, понятно. Мототумба. Так, автоматическая винтовка опасная. Ну ладно, это хорошо. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. С вами был Артур, а с вами был Станиславчик, за что ему большое спасибо. Увидимся в следующей серии. Не знаю, будет ли там Станиславчик или нет. Посмотрим, может, мы сейчас еще одну серию запишем. Сейчас посмотрим. Пока-пока-пока. We'll be right back.